здоровье зависит от морали. Даже великий Силье, который создал теорию стресса, в конечном счете он начал писать о этике, об этике. Я тоже так. Силье создал теорию стресса, открыл эту страницу, я ее с помощью метода ключ закрываю эту страницу, но тоже говорю о морали. Потому что когда постоянно по телевизору говорят правильные, честно, то мораль у людей нормальная, мусора на улице меньше. Когда кто-то врет постоянно, и у людей формируется раздвоение личности, они не знают, какие критерии добра и зла, то неприятностей больше. Мораль – это важно. И во время стресса, когда человек выходит на пик этого напряжения, мораль тоже важна. Вот, например, на пике стресса мать, спасая ребенка, я говорил уже об этом, подняла такую тяжелую вагонетку, что потом 5 мужиков не могли на место поставить, потому что было ради чего. Поэтому, когда вы, например, делаете новую стратегию жизни путем перезагрузки методом ключ, когда вы выходите уже почти к нулевому состоянию, а вы знаете этот градусник напряжения, здесь 10, а здесь 0, когда вы пустили мысль на самотек и выходите вот так вот, делаете, как делается, соединяете две свободы, ментальную и физическую, подключаете туда те действия, которые хочется делать, в конечном счете освобождаетесь от всех негативных эмоций и впечатлений, и выходите в такое нулевое состояние, когда уже вы о чем-то думаете и можете помечтать, новую стратегию записывайте на это свободное, уже открытое подсознание, перезаписывайте, мечтайте о том, о самых главных вещах, ради чего вы хотите жить, ради чего вы живете. Вы хотите, чтобы было хорошо не только вам, но и людям, и человечеству. И вы тогда записываете мечтаниями о том, что когда возникает пик напряжения, мгновенно выскакивает у вас идея, что после этого напряжения, после этого страха, после этого стресса, после этой боли, у вас потом лучше начнутся решать ваши идеи. Лучше будет получаться то, что вы хотели. А не зацикливайтесь на том, что только страх пройдет или боль пройдет, не мельчитесь. Поставьте высокие цели, сверхзадачу, как говорил Станиславский, сверхзадачу. И тогда больше ресурсов включается, как у той матери, которая спасала ребенка, вытащив тяжелую вагонетку. Вот так.